Блин. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на площадке «Психологический ракурс». Сегодня среда, и мы, как обычно, встречаемся здесь, обсуждаем актуальные проблемы свои. И у нас сегодня с вами весьма, я бы сказал, не просто интересный, а необычный гость. Значит, который, на мой взгляд, живет во многом для того, чтобы сделать наш мир, людей и нас с вами более гармоничными и соответствующими тем ценностям, которые эволюционно, значит, вывели человека из животного мира и сделали его человеком. Для этого он разрабатывает различные методы эмоциональной гармонизации, личностного самосовершенствования. И среди таких методов, например, широко известный метод ключ, вот, который космонавты назвали ключ к себе, да, и различные методы синхрогимнастики. И все, ну, кто нашел время и посмотрел вот тот фильм, который как бы вот был присоединен к приглашению на эту встречу, выяснили, что эти методы использовались в подготовке наших космонавтов, значит, выдающихся спортсменов, спасателей МЧС, сотрудников спецподразделений вооруженных сил, ФСБ, МВД, а также вот в расширении психологических возможностей, творческих возможностей известных актеров. Вот. И эти методы, они широко применялись как самим автором, вот, так и его учениками, там, где люди остро нуждались в психологической помощи. При ликвидации последствий террористических актов, ряда террористических актов, при вот ликвидации, при спасении, не спасении, а ликвидации, наверное, вот этих последствий гибели подводной лодки «Курск» и так далее. И я вам с удовольствием представляю, у нас в гостях заслуженный врач Республики Дагестан, кандидат медицинских наук, психиатр, психофизиолог, психолог. Ну, мы здесь вот уже обменивались мнениями. Художник, философ, причем философ не по образованию, а по жизни, по взгляду на жизнь и так далее. Создатель школы «Человек будущего» Хасай Магомедович Алиев. Здравствуйте, уважаемый Хасай Магомедович. Как Здравствуйте. ваше настроение? У меня прекрасное настроение, потому что я вас не видел давно и очень рад был, что мы сегодня увидимся, встретимся. Жалко, сейчас дистанционка, а так бы я подошел, обнял и сказал спасибо вам, что вы мне помогли тогда, когда я защищал диссертацию. Вы там написали отзыв, спасибо вам огромное. Ваша помощь в этом тоже была, так что я очень вам благодарен. Вы знаете, мы встречались почти 30 лет назад. Вот тогда мы, кстати, обнимались. Вы пытались научить такого бестолкового человека, как я, своему методу. Но у меня было тогда определенное настроение, связанное с жизненными обстоятельствами. И у меня не пошел этот полет. Я с завистью наблюдал за людьми, которые вокруг летали, порхали там и так далее. И до сих пор испытываю чувство большого сожаления, что тогда у меня этого не случилось. Но я думаю, все впереди у нас. Я не забыл ли, вот перечисляя ваши регалии, о каких-то важных сторонах вашей творческой, научной деятельности? Ну, я работал старшим или ведущим научным сотрудником в психологическом институте РАО, Да. ведущим научным сотрудником Урупцова там. Потом я работал ведущим научным сотрудником ИМАШ, Российской Академии Наук, Институт машиноведения, лаборатории биомеханики, очень серьезная лаборатория. Потом я работал ведущим научным сотрудником, о господи, где только я не работал ведущим научным. Ну, потом я работал профессором кафедры здоровья и сбережения Института развития и образования Нижегородской области, НИРО. Там как раз мы обучали приемам для выработки навыков стрессоустойчивости и развития креативности педагогов, которые там проходили повышение квалификации
И, кстати, Нижегородская область для меня родная, потому что как-то, когда были пожары в Нижегородской области, Шансов меня пригласил, будучи там губернатором, чтобы я помог. И я приехал, и я выводил из острого стресса погорельцев Нижегородской области. Это собрали их всех там в Лазурном. И я проводил. Они все были в этих самых масках тоже, ну как сейчас вот в масках. Но тогда была гарь, вот это вот воздух весь был наполнен пожарным таким. Да. Ну, кстати говоря, я сам астматик от рождения. У меня и брат астматик. Но я научился с помощью своих же приемов минимизировать дозу препаратов, максимально минимизировать. Мне помог Чучалин. В свое время Александр Григорьевич тоже, вот его так зовут, академик Чучалин, директор института пульмонологии. Я очень маленькую дозу. Вот раз в месяц я принимаю детскую дозу Симбикорта. Детскую дозу. Это вообще вот у меня получилась минимальная оптимальная доза. И я за счет того, что придумал тогда упражнение хлёст руками по спине, я сейчас могу показать. А мы позже скажем, потому что это входит в программу моих вопросов. Да, и я благодаря этому там был без маски. Вот там, где вот эти все были погорельцы, я ходил без маски, астматик при том. И я всех там обучал вывести себя из острого состояния стресса. Они были очень довольны, но если на первом занятии там плакали, сидели, были такие в депрессивном состоянии, ну, у них дома сгорели у всех, их там собрали. А вот второе, третье занятие уже у меня там танцевали. У меня даже есть видео, есть фотографии. Это удивительно, когда прямо на глазах люди из острого стресса выходят. То есть это стресс, когда обычно психологи не могут достучаться, потому что человек находится в состоянии такой доминанты, когда он ничего не слышит, не видит, у него горе, но у него все сгорело, и вот как жить теперь. И после такой же было и на терактах, и в Каспийске, и в Кизляре, и в Беслане. Когда человек находится в таком оглушенном состоянии, и психологу очень трудно работать, потому что нет обратной связи. И у психологов тогда появилось, ну, как бы они между собой обсуждали, что когда человек в остром состоянии, лучше его пока не трогать, надо подождать, пока он чуть-чуть придет в себя. Но я тогда вот... Ну, боялись, наверное, психологи оказаться несостоятельными, это закономерно было, они же тогда слабо были подготовлены, как профессионалы. Кто это Фаиза у нас? Угу. Ну да, но я тогда все-таки всем рекомендовал, что... Я на месте. Вы просто мешаете немножко это. Чтобы быстрее брали под контроль ситуацию, потому что неизвестно... чем она может кончиться в неуправляемом состоянии, стресс у них. И поэтому я решил тогда и придумал методику выведения как раз-таки из острого стресса, опираясь на естественные инстинктивные реакции человека. Мы все, например, знаем, что когда человек нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, качает ногой, постукивает пальцами, качается в кресле там, что он хватается руками за голову, что он стонет и так далее. То есть у него есть какие-то инстинктивные реакции. Я сделал из этого наблюдения вывод и предложил всем, ну, например, вот после терактов и там же в Нижегородской области, после пожаров, предложил, а вы встаньте вот так и болтайтесь туда-сюда. Влево-вправо, вот так бросайте руки. Ну, как дети делают. Дети так часто делают. Они стоят и болтаются туда-сюда. Я им еще предложил, и думайте, о чем думаете. То есть не старайтесь в себе погасить негативные мысли. Не боритесь с ними, потому что от этого напряжение только растет. А выпускайте это. То есть вот, но на фоне вот этого повторяемого действия. Вот сочетание свободный поток сознания со свободным повторением какого-то действия
приводило к тому, что у них раз, потом взрыв слез, потом они садились и говорят, ой, отпустило. Чего ж так сразу не сделали? Ну, таким простым действием, оказалось, можно выводить из острого стресса. Понятно. Спасибо. Я всегда знал это, ну вот, наверное, для некоторых будет откровением, что по вашей биографии можно изучать, наверное, вот историю, наверное, ну, человеческого большого горя. Там, где беда происходила, какая-то, вот, какой-то катаклизм, техногенная катастрофа и так далее, там вы появлялись, вот, или работали непосредственно с людьми, или с теми, кто с людьми работал. Вот, ну, например, как это было вот, при катастрофе атомной подводной лодки, да, нашей Курск. Вот. Мне вопрос такой возникает, Хасан Магомедович. Вот смотрите, давайте ретроспективно так вот посмотрим туда-назад и вспомним, что вот в те годы, когда вы начали разрабатывать свои методы, ведь существовали уже, ну, они так еще, как сказать, не были так широко известны, но специалисты их активно продвигали. Методы аутотренинга по Шульцу, чуть слабее нервно-мышечную релаксацию, да, по Джекобсону там и так далее. Вот почему вы приступили к созданию собственного метода? Вас эти методы чем-то не устраивали? Вы чувствовали их ограниченность? Или какие-то новые задачи вставали, требующие нового подхода? Вот как возникла идея создания метода «Ключ»? Идея возникла в связи с чем? Что аутотренинг мне показался, во-первых, для освоения классический вариант 9 месяцев. Во-вторых, первые 2-3 месяца нужен гетеротренинг, после чего там происходит аутотренинг. То есть присутствует специалист несколько месяцев, который помогает человеку погрузиться в аутогенное состояние. Ну, у меня возникла мысль, я думаю, ну, если он 3 месяца помогает ему погружаться в это состояние, чего бы его сразу не погрузить поглубже и сразу не научить этому. Потому что я в те годы занимался изучением гипноза, его возможностей и иглотерапии, еще будучи студентом мединститута. И у меня сложилась сразу картинка, что ведь как Бехтерев раньше. Вот Бехтерев алкоголика погружал в гипнотическое состояние и внушал в гипнозе, что если ты сейчас стакан увидишь или выпьешь, у тебя будет рвота и так далее. Ну, я догадался вот эту вот рекомендацию делать такую. Если ты, во-первых, увидишь стакан, у тебя будет рвота, и, во-вторых, говорить ему в гипнозе, что ты теперь сам можешь у себя повторить вот этот в виде самогипноза, теперь вспомнив, как я тебя гипнотизировал. Но не только стакан, а любую задачу, которую ты как себе, как установочную задачу поставишь. Ну, например, ты не алкоголик, вот ты просто человек. Я погружал человека в гипнотическое состояние. И в гипнозе ему внушал, теперь ты всегда можешь это воспроизвести самостоятельно, если ты, глядя в точку, сочетаешь, например, до 5. Ну, то есть я корил его на это состояние, создавал условно-рефлекторную программу и говорил, и ты там будешь в этом состоянии ровно столько минут, сколько сам себе заранее заложишь, как часы заведешь. Да, и там получишь те реакции, которые ты себе наметишь. Ну, например, освободиться от головной боли. Или там, например, что тебе после этого захочется изучать иностранный язык. То есть какую-то мотивационную. Ну, там область применения огромная. И вот первое поколение ключа, первое, это еще 90-е годы, в начале 90-х. Первое поколение было, что я был нужен, так же, как и в аутотренинге нужен, кто вот первые месяцы обучает при гетеротренинге. Я был нужен, но я просто погружал в гипноз, и в гипнозе внушал постгипнотическую реакцию, что человек сам может теперь это делать, и помогал ему это осуществлять. И получилось, что они могли сами теперь быстро входить в состояние, намечая себе установочные ожидаемые изменения, созерцать в этом состоянии, что с ними происходит, немножко корректировать себе и выходить в заданное себе время. Ну, так появился первый ключ. И с этим первым ключом как раз-таки
Я потом работал в электронной промышленности и в разных хирургии у Федорова. Я готовил больных на хирургическую операцию, на конвейерную. Готовил там хирургов, чтобы они меньше уставали. В разных областях. Потом я вдруг замечаю, что не все так могут освоить. Потому что вот вы же говорите, я не мог летать с первого раза. Потом я стал вот несколько лет изучать. А почему одни могут погрузиться в гипнотическое состояние для обучения, а другие не могут? Я увидел, в чем причина. В нервно-мышечных зажимах, в тревожности, в ненастроенности человека на обучение. То есть ты ему пытаешься обучить, показать, рассказать, а он в это время думает, у него другая совершенно проблема. Ну, думает, у него висящая проблема, например. Я вот с женщиной работаю, к примеру, и говорю, слушай меня внимательно, расслабься. Ну, как обычно гипноз делает. Она в это время мне говорит, слушай, ну не могу я сосредоточиться на твоих словах. Но ребенок у меня один остался дома, а там говорит, я забыла, газ, может быть, не выключила. И вот она сидит, думает о другом. И вот я тогда понял, что мешает человеку погрузиться в трансовое состояние. Нервно-мышечный зажим. Боль какая-то, тревожность, страхи, обеспокоенность какой-то проблемы, отвлекающие его внимание. Ведь для гипноза нужен рапорт, чтобы его внимание было зафиксировано. И тогда я придумал синхрогимнастику. То есть предварительное раскрепощение с помощью простейших приемов. К примеру, хлёст руками по спине, лыжник, шалтай-болтай, там много. Хасан Магомедович, отдельный будет вопрос по этим методам. Вот у меня вопрос такой, ну, на углубление, наверное, первого вопроса. Я пересмотрел некоторые ваши ролики, не зря же я вас философом назвал, потому что там есть такие вот философские какие-то очень интересные мысли у вас. И вы вот сравниваете восточное мировоззрение и западное, европейское мировоззрение. Ну и вот в области психологии говорите о том, что ну, в восточном, ну как бы, восточной традиции, ну раньше появились методы управления собой, Запад их по-своему перерабатывает и так далее. Вот, насколько я понял, конечно. Вот. А какова вот методологическая основа вот метода ключ? Какая база? Дело в том, что у всех, и западных, и восточных исследователей, в основе всегда лежало стремление к свободе человека. Угу. И гипноз как базовый метод изучения ресурсных возможностей психики и организма. И Фрейд с гипноза начинал, и Бретт, и... Ну, все начинали, все, кого мы знаем. Милтон Эриксон, известнейший западный психотерапевт, который эриксонианский гипноз создал, с которого пошло при изучении его деятельности рабочей, НЛП. Это же все с гипнозом пошло. Я тоже, будучи студентом мединститута, я тоже изучал гипноз как инструмент, как же все-таки мозг работает, какие возможности есть у человека. И потом я понял, что человек очень часто попадает сам в гипнотическое состояние в момент, например. Ну, вот стоит перед забором высоким, ну, не может перепрыгнуть. А вдруг за ним злая побежала, и он раз перемахнул высоченный забор. Так он был в трансе, потому что он настолько был зафиксирован по инстинкту самосохранения. У него выбора не было. Он настолько был вниманием зафиксирован на прыжке, что он уже не, ему было не до сомнений. Потому что если бы он в этот момент начал думать, сможет он или не сможет, она бы ему штаны оборвала. Но он же попадал в гипноз. Просто это был гипноз неуправляемый, а инстинктивно включаемый в момент самосохранения. Я изучал эти все механизмы и понял, что человек очень часто между сном и бодрствованием, когда он находится, он тоже находится между рациональным состоянием мышления и между медитативно-сонным состоянием. Я научился использовать вот этот переход. А при гипнотизации вообще людей в нашей отечественной психотерапии это тоже называется
предсонное состояние такое вот. Просолнечное, да. Просолнечное, да, оно так и называется. То есть базовой основой все-таки являлась гипноз. И Шульц тоже, который придумал аутотренинг, у него тоже гипноз был базовый. Он изучал, что человек чувствовал в гипнозе, и потом рекомендовал другим людям моделировать у себя эти же ощущения. Но он вывел что? Вот в чем разница? Он вывел, что человек в этом состоянии чувствовал комфорт, чувствовал приятное ощущение тяжести, тепла и дремоты. А я в гипнозе вывел немножко другие. То есть я все-таки стремился больше к использованию гипноза для того, чтобы раскрыть ресурсы. Я увидел другое, что человек чувствует там состояние облегчения, что он готов к переключениям. И поэтому я вместо того, чтобы, как Шульц, положил человека на кровать или на удобную позу кучера, вот он так ему говорит, чтобы он расслабился. А я же видел в гипнозе, у меня и прыгали, и бегали, и кукарекали, и песни пели там, и человек там высокие заборы перепрыгивал в гипнозе. И я был более свободен, чем Шульц. Потому что я был настроен найти, как сделать человека свободным. Потому что человек стремится к свободе, а ему мешает непроизвольные впадания в трансы. Ведь стресс – это транс неуправляемый. У меня задача была, как использовать энергию стресса, чтобы она не блокировала человеческие возможности, а чтобы человек мог их, энергию стресса, перенаправлять, как в айкидо, на решение каких-то своих вопросов. И вот получилось так, что Шульц из наблюдений за гипнозом создал санаторную практику, где человек лежит сейчас, музыку включают, и все ему говорят, расслабься, расслабься. А у меня получилась другая методика. Из того же гипноза получилась другая методика. Когда я говорю, думай, о чем думается, делай, как делается, только даю алгоритмы, и человек научается саморегуляции. То есть основная база, как и у Шульца, у Бехтерева, и у всех, и у Фрейда, тот же гипноз. Только у меня стремление было, чтобы человек был свободным, а они остались, ну, это же время было, то Шульц жил в 30-х годах. То есть я стою просто на плечах гигантов. Просто в наше время, уже 21 век, и у меня больше шансов было придумать это. Понятно. А вот если все-таки взять и так пунктуально, что ли, определить отличие вот ключа, да, допустим, да, от того же самого аутотренинга. Мы по методологии сказали, ориентация немножко другая. А вот чем еще они отличаются? Ну, вы сказали, то, что у вас в автотренинге не удовлетворило вот это длительность освоения метода, да? И а что еще? И пассивность. Угу. Длительность и пассивность. Итак, пассивность, да. Длительность освоения, да? И, вот, да. И третий фактор. Угу. Шаблон. Теплота, тяжесть, расслабленность. Угу. А вот у девочки, например, она учится аутотренингу. У нее и носик холодненький, и ручки, и ножки холодненькие. Так она себе тепло будет целый год внушать. Я поэтому придумал принцип подбора путем перебора. Если у тебя ручки холодненькие, не надо себе там внушать холод. Так. Внушай себе холод. Вот и? Принцип... А как холод приведет к этому состоянию искомому? Дело в том, что идея это самого аутогенного погружения заключалась, как писал Шульц изначально, он мечтал создать систему, с помощью которой человек мог бы управлять своим состоянием без всякой помощи и зависимости от гипнотизера. У него прям так написано. Но что такое управлять своим состоянием? Это создать ауторапорт. Ауторапорт, то есть обратную связь между сознанием человека и его волей и его ранее неуправляемыми вегетативными или какими-то функциями. Так? Вот этот ауторапорт создать. Так, чтобы ауторапорт создать, Шульц предложил теплоту, тяжесть и расслабленность,
А я сказал, а вы можете ауторапорт создать на любом ощущении, которое у вас легко реализуется. Например, у вас легче реализуется движение. Создавайте на движение. Если у вас легче реализуется холод, создавайте на холод. То есть зацепиться. За что зацепиться сознанию в организме, чтобы создать ауторапорт? А он зациклился на этой теплоте, тяжести, расслабленности. А я понял, что дело в обратной связи. То есть, по существу, надо было помочь человеку научиться создавать у себя обратную связь с самим собой. Поэтому метод потом назвался ключ или ключ к себе. То есть, подберите ключ к себе. Что это означает? Перебирая разные варианты, думая о чем, включается какая реакция. Например, думаешь о лимоне, включается слюна. Это рефлекс. Думая о движении, что рука поднимается наверх, у кого-то включается левитация руки, идиомоторный рефлекс. У другого включается тепло. У третьего включается холод. Нам не важно, что включается. Главное, что именно включается у данного человека. Давая ему возможность различных вариантов представления, которые вызывают реакции. То есть, по существу, ключ – это образ, вызывающая рефлекторную реакцию организма. Можно сказать, что это якорь? Да, якорь. Спасибо. Поэтому очень просто оказалось. У меня поэтому очень большая аудитория, тысячи людей, потому что каждый подбирает ключ в себе. Ну, я вот, проводя занятия с психологами, часто сталкиваюсь с тем, что не только там люди не могут дышать животом и заставить себя диафрагмально дышать, особенно женщины, ну, просто вот, ну, не способны это дело сделать. Но, ну, например, ярко представить что-либо. Ну, тот же лимон ведь все представляют по-разному. Поэтому вот если действительно работает принцип перебора, он, ну, вы говорить о том, что он работает, поэтому я верю, тем более, что у вас последовательность только, то, конечно же, это более удобный метод, чем, вот, допустим, необходимость вызывать конкретное ощущение, которое, может быть, тебе дается с трудом. Вот. И в этом, конечно, ну, я думаю, что большие преимущества. Вы правы, Александр Григорьевич, именно в этом суть. Принцип подбора путем перебора – это и есть, по существу, жизненный принцип проб и ошибок. Просто здесь это делается очень быстро, интенсивно. Да. Именно на этом принципе у нас же школа работает, любая. У нас есть два принципа. Принцип обучения на основе повторения. Ну, говорят, повторением от учения. Ну, ты учишься писать букву А до тех пор, пока не научишься это делать на автомате. То есть по закону сохранения энергии, это главный закон. Обучение все построено. Люди просто на это не обращают внимания. Все учебные процессы, оздоровительные процессы и прочее по закону сохранения энергии происходит. Например, ты будешь повторять какое-то действие, пока ты не выработаешь навык, пока ты не будешь его делать на автомате, то есть наименьшими расходами энергии. Мы так учимся. Повторение – мать учения. Да, но у нас получается так. Либо повторение мать учения. Кому подходит, кому нет. Вот у Шульца поэтому и получилось 9 месяцев. Шаг за шагом. Он там писал как. Нельзя переходить к следующей стадии, пока полнение освоено предыдущее. Мы дополнили этот принцип повторения мать учения принципом подбора путем перебора. Не получается — брось. Ищи, что получается. И так получилось, что это доходит до каждого. И, во-вторых, сразу тренирует у него вместе с этим навыком подобрать действие, которое у него получается. Сам процесс подбора путем перебора тренирует креативность мышления. То есть он становится изобретателем. Это очень интересная вещь, когда одновременно развиваются творческие качества и оздоровительные качества. Это надо просто вот нелогически, это трудно себе представить. Это надо нам всем сейчас взять, кто первый. Нет, ну давайте чуть попозже. Мы давайте такие уберем общие вопросы, а потом, я думаю, что то, о чем вы говорите, и наиболее как раз интересно будет нашим вот сегодня гостям и зрителям. Вот. Ну, мы чуть попозже. Я хотел бы вот о чем сказать. Вот, Хасан Магомедович, вы, я, вернее, сказал, и вы несколько слов сказали о том, что
ну, о каких-то сферах уже, в которых апробирован ваш метод. Можно ли вот сказать, а сегодня вот где его применяете вы, ваши ученики, где востребован метод? Где он наиболее востребован? Может, где-то, где лучше поняли его возможности? Ну, я когда диссертацию защищал, я же в Центре авиационно-космической медицины работал. Вот. И у меня Хоменко Михаил Николаевич и Юрий Аркадьевич Бубеев были руководителями, полковника и профессора, выдающиеся. Вот сейчас Юрий Аркадьевич работает в Институте медико-биологических проблем, заведует психологией. Я там проводил подготовку команды Марс-500, испытателей Марс-500. Эти люди шли в изоляцию на долгое время, в очень специфических условиях. То есть вот метод применяется для людей, которые сейчас на карантине. Если вы спрашиваете, где может применяться. Ну, это... ну сравнить нельзя. Марс 500 и карантин. Кстати, там, по-моему, одна ученица моя была в этой команде. Но там были те, которые с ними работали, и те, которые на самом деле испытатели. Угу. Ребята так. Ну, это здорово, да. И вот, посмотрите, как интересно. Карантин же сегодня, это тоже изоляция. Сенсорная в какой-то частичной депривации, потому что люди находятся в непривычных для себя ограниченных условиях. А представьте себе, семья, которая раньше, допустим, один туда поехал, она туда поехала, у них подруги, друзья там, они где-то могли переключаться, а тут они должны сидеть, ну, допустим, я беру жесткие условия, модель, в одной квартире сидеть, и неизвестно, чем кончится. То есть ситуация изоляции и неопределенности. Вот, пожалуйста, и получилось, что подготовка Марс 500, идеальная тренировка у меня была, как разработчик. Для подготовки людей, для разработки методики, для тех, кто на карантине. И я вот, когда был карантин в Москве, я для всех вел ликбез, для всех на карантине, так он и назывался. Вот применение. Значит, применение для лиц опасных и творческих профессий. Для всех. Во всех областях деятельности. У меня, значит, и штангисты, и шахматисты используют метод ключа. Студенты, которые поступают в театральные вузы. Студенты, которые занимаются камерными делами. Ну, и люди, которые заняты пением, выступлениями, ораторское искусство. Ну, спортсмены, это естественно. Я все время занимался подготовкой спортсменов. Еще с 70-х, 75-х, с 80-х, ну, в конце 75-х, 78-х годов я в ЦСКА по фехтованию в Москве у Владимира Назлымова, который был председатель этого ЦСКА по фехтованию, многократный чемпион мира Олимпийских игр, когда я помог его маме, он прилетал в Махачкалу, его мама после инсульта была неподвижна, а я ее за несколько дней поставил на ноги с помощью гипноза и с помощью иглоукалывания. И он тогда меня увидел такие возможности и сразу пригласил в ЦСКА по фехтованию, чтобы я готовил саблю Москвы. И вот спортсмены, пожалуйста. Еще вот вы с Анатолием Карповым там сфотографированы, вы в каких отношениях с ним состояли? Ну, сейчас я не в каких отношениях. Не, и тогда. Ну, тогда как мой товарищ был, потому что он уже, тогда он уже был чемпионом мира. То есть я его не готовил. Я готовил других шахматистов, там, Рафика Ваганяна и прочих на чемпионаты мира. А с Толиком мы встретились позже. То есть он приезжал ко мне в центр, уже будучи чемпионом. Ну, потом мы с ним просто дружили, потому что я его маме 5 лет помогал. Я маме 5 лет помогал, каждую неделю я вот оставлял своих детей, своих родных, ездил к его маме, и маме его помогал поддерживать. Ну, возраст у него был большой. Вот. Ну, мы с Толиком дружили сильно, и я Толика привел в Марс 500, кстати. Я его привел, потому что Марс 500 там
директор института говорил, Юрий, надо придумать как-то, чтобы им там не так скучно было, там, когда они в изоляции, хотя бы в шашки играть. А Юра знает, что я столиков дружу, и говорит, да что, мы сейчас Карпова привезем, он их научит шахматы играть. Конечно. Толика я привез Марс 500, Толика ему рассказывал, как надо насчет шахмат. Вот что интересный момент, там китаец у нас тоже был в этой команде, испытатель из Китая, парень. А он говорит, а что такое шахматы? Китаец. Типа он го говорит, что-то такое. Да, он говорит, я не знаю, что это такое. А Толик ему объясняет, что это вот то-то, то-то. А, у нас свое. У нас свое есть. То есть у них все свое. У нас, говорит, свое есть, да. Ну, понятно. Да, очень интересно было. Ну, широкий такой вообще-то ареал использования вашего метода, я скажу. Вот, то здесь беда еще состоит в том, что ну, люди сейчас падки очень на какие-то такие, как им говорят, простые методы, там в секунду что-то сделал, не хотят прилагать усилий для овладения методом. Я думаю, если бы они широко познакомились с методом ключ, они бы, наверное, ну, прониклись с большим уважением и интересом к ним. Ну вот, Хасан Магнович, я неоднократно принимал участие в этих, во всеармейских конкурсах психологов, потом вот психолога «Сила души», который Юлия Сергеевна Шойгу организовала, ну, тут, силовых структур конкурс. И особенно ну, вот, военнослужащие психологи, они часто демонстрируют такие методы расслабления своих подопечных, как захлёст руками, шалтай-болтай, лыжник, ну и так далее. Вот кроме ключа, что входит вот в вашу систему синхрометодов саморегуляции? Ну, вот, во-первых, я учил Шойгу, я учил всех этих психологов на первых порах. Когда только у них центр создался, я их учил этому. Значит, потом постепенно, по мере того, как Юлия Шойгу становилась все больше и больше чиновником, поэтому последний раз я с ней встречался, я ей звонил, когда Боинг сбили, и должны были в Петербург привезти, там родственники все рыдали, я ей звонил, я говорю, Юлечка, там вы еще не знаете этих вещей, я вам это еще не передал. Давайте мы так, вы же работаете в очаге. Вот психологи МЧС работают в очаге. Они из очага вынимают людей и распределяют по больницам там или еще что-то. А я тебе покажу, как с городом работать. Ну, вы знаете, чиновники, они такие люди, они говорят, у нас все под контролем, вы не волнуйтесь, у нас все под контролем. Они так. Я с этим часто сталкивался не только с ней, я так часто сталкивался и в образовании, и в системе. Вот я, например, сидел у Ларисы Евгеньевны Курнишовой, мы дружили с департаментом образования Москвы, и я с ней сидел и разговаривал. В это время из Южного округа звонит Минькова Григорьевна, тоже моя приятельница, потому что я там обучал директоров школ, там, я в образовании много делал. Я по президентской программе «Дети России» делал работу для детских центров реабилитации и прочее. То есть везде метод был востребован. Я сижу с Ларисой Евгеньевной Корнишевой, в это время звонит Минькова, там дома взорвали. И Лариса Евгеньевна говорит, вот сейчас, говорит, у меня Хасайлив сидит, он готов к тебе приехать помочь там. Она говорит, ой, спасибо ему большое, привет, мы его так любим, уважаем, но у нас все под контролем. Ну вот видите как, да, вот реакция руководителя, сказать, что у него все под контролем, потому что это другая система ценностей, это другая система подотчетности. Ну, может быть, другой взгляд и ну, просто уверенность людей. Почему? Потому что есть структура, есть специалисты, которые учились длительное время, чем-то овладели. Возможно, у руководителей возникает такая уверенность в своих подчиненных, может, поэтому? Я не знаю, откуда у них такая уверенность, потому что я когда ездил, например, готовил персонал к подъему там ухода курса, я столкнулся вот с чем. Значит, меня с большой гордостью привели, значит, так называемая академия.
вот эти вот военные моряки называли это своей академией. Эта академия оказалась две комнаты и купленные за их собственные деньги магнитофон. Они, оказывается, за собственные деньги полы там покрасили, они там что-то сделали. Называли это академией. И мне говорил об этой академии сам командующий Северного флота. Попов, по-моему. Да. Хасан Магомедович, ну, ситуация разная бывает. Мне кажется, надо самих психологов, которые... Мне тоже очень много приходилось за свой счет покупать до самого последнего времени. Более того, ты что-то вот делаешь, делаешь, а потом это убирает, что-то другое там организует в этом месте, а это все на склад. Но это вот этих самих психологов, их надо благодарить, уважать. Они стараются что-то сделать, ну, я людям помочь. Говорю. Я же об этом как раз и говорю. Я об этом и говорю, что в этом отряде психологов есть выдающиеся люди. Но начальство у них, не заточено на то, чтобы создать им условия. Вот же в чем беда. Понятно. А вот это все-таки о методах. Вы же сами начали уже захлест делать там и так далее. Что еще туда вот входит? Я вот этих три хорошо усвоил. Кстати, у меня с захлестом проблемы, родинки там. Думал даже удалить, потому что увлекаешься слишком, потому что входишь же в хорошее состояние такое, полной расслабленности, и начинаешь хлестать себя так, что это самое. Вот. А супруга моя почти каждое утро наблюдает, как я там шалтай-болтай делаю и лыжник. Я покажу. Во-первых, надо делать не по спортивному, чтобы уберечь родинку, не надо делать по спортивному. Надо делать так, как дети делают. Дети делают это совершенно свободно и спонтанно. Например, шалтай-болтай. Они просто стоят, болтают. Просто. Это можно часто наблюдать. Вот эти повторяемые движения аутисты часто делают. Повторяемые движения часто делают больные в психиатрических больницах. Они сидят вот так, покачиваются. Так это же у них самозащитная реакция, чтобы мозг не сгорел. Они как раз таки так защищаются. На этих повторяемых движениях молитва построена, на этих повторяемых движениях построены четки, перебирание четок. По существу мантры построены на повторяемых движениях. Просто когда мы говорим человеку, думай, например, о мантре, повторяй какую-то мантру, а он в шоке находится, какую мантру повторять, тогда ему сказать, а ты просто повторяй движение. То есть мы опускаем по уровню повторяемого действия, с ментального уровня на физический. Потому что тупо повторять движение легче, чем повторять какую-то мантру. А наоборот, надо думать, о чем думается. Например, вот, ну, в каком-то городе. Я приезжаю, и там какая-то проблема. Значит, я их всех в зале собираю и всем говорю. Просто стойте и вот так болтайтесь. И думайте о своей беде. Как это о беде думать? Нас всегда говорили, учили думать о хорошем. Но ты и будешь думать о хорошем, только чуть-чуть напряжение снимешь, а напряжение снимается именно за счет повторяемого движения, пуская мысли на самотек. То есть свободный поток сознания и свободное повторяемое действие, как дети. И вот когда соединяешь две свободы, ментальную свободу и физическую свободу, у тебя очень быстро снимается напряжение, и ты уже начинаешь думать о хорошем. То есть оно само открывается. Вот шалтай-болтай надо делать совершенно свободно. Тут имеет значение доза. Если ты делаешь полминуты, ты чуть-чуть раскрепощаешься. Чуть-чуть нервно-мышечные зажимы снимаются. Если ты делаешь 10 минут, это такая глубокая разгрузка, когда тебе уже ты вышел, тебе все пофиг. Это как вот с водкой. Ты выпил 50 грамм, это снял зажим. Выпил там полстакана, тебе уже все пофигу. Потому что здесь, когда делаем повторяемые движения, у нас происходит выработка эндорфина. Адреналин снижается, эндорфин вырабатывается. Так оно все устроено в мозге. Если бы я начал сейчас психофизиологию рассказывать, я бы объяснил, почему это происходит. Но сейчас о практике. Просто вот так стоишь, думаешь, о чем думается, и делаешь, как делается. И все плохие мысли, пожалуйста, выходят. Многие начинают плакать, рыдать. Если хочется добавить какие-то другие движения, пожалуйста.
То есть мы моделируем свободу. Лечиться можно только свободой. Вот это поразительно. То есть как это можно? А вот я, мне говорит, хочется в этот момент петь, пой. А мне в этот момент хочется говорить, говори. А мне в этот момент хочется почесать голову, почеши. А мне в этот момент прыгать хочется. Хочется? Прыгай. Как все можно? Да, можно. Вот в чем дело. Дело в том, что мы моделируем момент свободы. Но человек же не привык к свободе. Если ему сказать, будь свободен, он говорит, а что делать надо? Ну, делай то, что хочешь. Ну, я, говорит, слышал, что надо слышать голос, внутренний голос, что организм подсказывает. А не знаю, мне, говорит, ничего не подсказывает. Ну, тогда ты начинаешь с простого, начинай делать шалтай-болтай. И вот он делает шалтай-болтай, кто-то плакать начинает, кто-то говорит, а я хочу добавить вот эти движения, добавляй. А кто-то хочет вот эти движения, добавляй эти, а кто-то хочет вот эти, добавляй эти. То есть он начинает добавлять какие-то движения. Но ты можешь показать несколько разных вариантов. Он из них по ходу действия вот этого простого начинает себе подбирать то, что ему больше нравится. Потом он садится, и ему все пофигу. Вот эта стадия называется после действия. Вот ему все пофигу. Одному захотелось еще раз поплакать, надо плакать. Другому захотелось спать, надо пойти лечь спать. Третьему захотелось дрова колоть. Пошел дрова колоть. Уже организм начинает подсказывать, что нужно для того, чтобы восстановить целостность. И там не надо путать. То есть, если хочется спать, надо не дрова колоть, а именно спать, чтобы шибки не было. То есть, там есть тонкости. И вот этим тонкостям надо специалистов учить. А для того, чтобы их учить, надо им показывать эти приемы. А для того, чтобы показывать, надо, чтобы они сами на себе попробовали это раз. Во-вторых, чтобы они с аудиториями работали. То есть это получается большая работа. Так оно уже вроде бы просто, а на самом деле, как копнешь, так там миллион деталей. И вот получается следующее упражнение. Коротенькое, например, коротенькое. Вот этот хлёст. Делается тоже, как дети делают, свободно. Не спортивно. Просто руки как плети. Что здесь происходит? Верхушки легких сходятся, расходятся. Это модель искусственного дыхания. Как мы вот человека раздыхиваем. Когда мы его вытащили из воды, мы же его так раздыхиваем. Но здесь модель искусственного дыхания. Здесь верхушки легких сходятся, расходятся. Кислорода больше попадает в клетки мозга. Это важно. Здесь при этом второй эффект, то, что лопатки сходятся, расходятся, происходит шейно-грудная разгрузка мышечная, нервно-мышечные блоки уходят. И в третий эффект, в этот момент, в отличие от спорта и физкультуры, надо думать не о том, как это правильно делать, а надо думать о том, о чем думается. То есть вот я иду на экзамен, например, и меня волнует экзамен, как я его сдам. Значит, делая это, надо думать об экзамене. Как это делают люди, когда с вышки прыгают? Человек стоит на вышке, он думает, как он будет входить в воду, он напрягается, думает, как входить в воду, у него напряжение растет, лишнее он сбрасывает. Так же делают перед прыжком в воду. Разницы нет, перед прыжком в воду или перед прыжком на экзамен. Любая деятельность, которая тебя напрягает, перед ней, если ты вот так делаешь, ты перед ней снимаешь нервно-мышечный зажим. И деятельность выполняешь лучше и быстрее, и качественно. Это два только приема. А там их десятки. Спасибо. Мне почему-то вспомнилась методика ДПДГ. То есть десенситизация посредством движения глаз. Там тоже человек представляет проблему и, значит, двигаются глаза, происходит как бы такое стирание. Здесь какая-то аналогия есть? Вы угадываете? Абсолютная аналогия, абсолютная. Просто шалтай-болтай, 10 раз проще. Угу. Понятно. И никто тебя не ведет пальцами. Ты сам думаешь, о чем думается, и то, о чем думается, регулирует напряжение, а напряжение регулирует частоту. Понятно. Сейчас, секундочку. Алло, я занят. Я занят через полчаса. Хорошо. Полчаса, пожалуйста.
Спасибо. Хасан Магомедович, ну вот у меня, я смотрю, время-то летит, мы вроде только начали разговаривать, уже почти час. Поэтому я, наверное, крайний вопрос поставлю, чтобы аудитория тоже поучаствовала в этом деле. Ну, в свое время мне, я уже говорил перед началом, посчастливилось участвовать в одном из ваших мастер-классов, да, вот вы там и так далее. Книжку вы подарили мне, которую умыкнули враги. Может, им сейчас стыдно? Я вам последнюю подарю. Сейчас да, не, может, стыдно, кто-то вот сейчас будет смотреть, скажет, вот так она с надписью дарственной и так далее. А вот может ли человек самостоятельно овладеть по книгам по вашим, по передачам, которые есть, вот методом ключ, как таким базовым методом и наиболее эффективным из вашей системы, как мне представляется? Для личного использования, конечно, может. Для личного использования. Не для обучения других людей, для личного использования. Конечно, мы для этого и книги выпускаем, и видеопрограммы ведем на Ютубе. Вот тут еще такой вопрос. Дело в том, что 30% они мгновенно могут освоить методику. И не только ключа. Они могут и аутотренинг быстро освоить, и медитацию быстро освоить, и могут настроиться быстро бросить курить. То есть у них трансовая очень отзывчивая. Гипнабельность, да? Да, 30% людей. Они в основном аудиторию Кашпировского, аудиторию Чумака, аудиторию вот, экстрасенсы там всякие. Это вот эта аудитория. Вот. А вот те, которые более зажатые и которые... Сейчас я отвечу, у меня постоянно этот процесс, я просто отвечу сейчас. Или что? Вы, пожалуйста, позвоните через полчаса. Это постоянно у меня звонят, это не обращайте внимания. У меня, кстати говоря, антистрессовая подготовка человека к предстоящим каким-то экстремальным... Я сейчас телевизор смотрю. Она всегда ведется в условиях близких к реальным. Приветствую. Близким к реальным. То есть, по существу, в этих методах психотерапевтических и психологических, когда мы обучаем человека саморегуляции по методу ключ, мы его обучаем при шуме, чего не делают в аутотренинге, мы его обучаем при различных помехах, и мы обучаем не в положении релаксации, удобно. То есть, короче, мы убираем то, что ему помогает расслабиться. А наоборот, мы создаем шумовые помехи, там разговоры какие-то, звонки, чтобы он научился в этих условиях регулировать свое состояние. Потому что, когда вот приходит человек, например, к психологу, тот его там сажает в кресло удобное, там включает там какие-то свечи, горят, музыка там играет. Ну, конечно, в этих условиях многие расслабятся. Но потом же он летит в самолете. Самолет, там начинается турбуленция, страхи и так далее. Но как он применит там эти навыки? Там же кресла теплого нету, и музыки нету, и фамиан не курит. Ну, мы готовим именно по методу ключа антистрессовая подготовка, она при всяких помехах. Да. Алло. Я вас очень прошу, позвоните через полчаса, я сейчас занят. Хорошо, молодец. Да, это молоденькая, она сразу сообразила. Бабушки звонят из больницы. Да я с больницы, ну помоги мне. Там же, я ей говорю, она не слышит, там все постоянно. Это здорово, когда нужен, это счастье в жизни. Хасан Магомедович, ну вот для непосвященных наших зрителей, которые впервые будут слышать о вашем методе, можете вот относительно ключа сказать, в чем суть его так кратко, пунктуально? Итак, это состоит в том-то. Результат вот такой. Синхронизация действий с текущим индивидуальным состоянием. Синхронизация. То есть согласованность действий с текущим состоянием. Для обнаружения у себя оптимального эмоционального, психического состояния, позволяющего решать широкий круг задач, нужно как-то синхронизировать это ощущение с какими-то движениями, да? Может, с движениями, может, с какими-то умственными действиями. Mm-hmm. У нас же есть еще другие приемы, идеорефлекторные, которые вы пробовали, вы говорите, 30 лет назад, летать и не могли. Mm-hmm. Вот это представить. Ну, можно лимон представить, слюна пойдет, а можно представить, что движения пошли. Mm-hmm. То есть представить себе, что руки легкие, свободные, пошли в разные стороны, если этому не мешать.
и слегка вот так покачиваться, и думать о своем одновременно, параллельно. Они раз-раз на рефлексы выходят и пошли. И здесь происходит триггерный переход. Ну, то, что по моде называется квантовый переход. Mm-hmm. То есть вы можете шалтай-болтаем, допустим, механическим тупым повторяемым действием 10 минут выходить mm-hmm. из стресса, а этим действием быстро. Это два входа. То есть мы даем пакет, значит, идеорефлекторных приемов. Будь то руки расходятся, будь то палец движется, будь то голова движется идеорефлекторно. Либо механическими движениями повторяемыми, как ему легче подходят. Но там целая система, из которых человек подбирает сам себе, примеряя, как туфли в магазине. Подбирает ключ себе. Но это надо, чтобы не меньше 3 занятий хотя бы человек прошел и сориентировался, разобрался и потом всю жизнь использовал. Хорошо. Вот хотелось бы, чтобы вы уточнили природу этого состояния, вот его характеристики. Вот смотрите, я в одном из своих выступлений рассказывал, как я пошел в МЧС там, и впервые много-много лет назад увидел вот эту аппаратуру обратной связи, сел, и вот и там водолазы тонули на этом самом, на экране быстро, вот, и нужно было расслабиться каким-то образом, и чтобы они перестали, бедолаги, тонуть. И мне казалось, что я, ну, фантастически расслаблен. Я мысленно, как методично расслаблял себя с макушки до пят, а они тонут. Ну, чуть медленнее, конечно, и так далее. А тут я, видимо, некоторое время это делал, а за соседний компьютер сел человек в форме сотрудника МЧС. Ну, я так понял, что это спасатель. Он вот так вот сел, оп, и подсадил клемму, у него водолазы тонут, он вот так раз плечи расслабил, и они все как поплавки встали. То есть он мгновенно вошел вот в это состояние какое-то полной расслабленности. Вот ваше состояние, в которое вы вводите с помощью ключа, с помощью какой-то фразы, с помощью действия, оно сродни вот этому состоянию, ну что это, транса, да, легкого? Транс, да. Конечно. У нас мы начинаем обучение человека с нулевого состояния. Это как камертон. Нулевое состояние – это свободное состояние сознания без мыслей. Пустое состояние, ноль. Вот мы делаем разгрузку он делает. Сначала у него негативные мысли, потом он выходит, когда ему все пофигу, потом у него пошли позитивные мысли. Вот когда ему пофигу, это мы часто испытываем между сном и бодрствованием. Ну, это или после тяжелой работы. Человек сидит, смотрит так перед собой. Или девочка на уроке задумалась в окошко, засмотрелась и задумалась. А учитель подходит, линейка ей по лбу. А, Петрова, ты где? Она? А? Вот в этот момент она находилась там, когда мысли текли свободно, не задевая эмоций. Свободно, как облака. Вот это нулевое состояние Будда назвал нирваной. Только от девочки отличается тем, что у девочки это спонтанно получилось. А Будда мог научить человека вызывать это состояние сознательно. И вы, как Будда, можете научиться этому состоянию. Вы его закрепляете каким-то внешним действием, да? И человек в любом состоянии, в самолете, там, где он боится, прыгая с парашютом, он, вводя в действие этот триггер, ключ, он вызывает это состояние. Так я понял? Да, именно это. Хорошо, пока человек не умеет это делать, он в это время пьет таблетку в самолете или водку пьет. Тоже неплохо, в общем-то. Я хочу сказать, механизм тот же. Я беру аналогию про водку. Почему? Потому что, когда человек выпьет водки, у него тоже происходит размыкание нейронных связей, блокада передачи импульсов. И здесь тоже у него включается эндорфин, когда он сам делает, без водки. Эндорфин включается, и тоже получается блокада нервных импульсов. И поэтому у него повышается и настроение, и так далее. То есть он выходит из стресса. Спасибо большое. Хасан Магомедович, ну я злоупотребляю это на наши, ну, нашими отношениями, знакомством и так далее. Публика сидит, думает, что это он говорит. Давайте, может быть, позволим публике задать какие-то вопросы вам. Как вы, настроены? Ну, давайте спросим, давайте задавайте. Друзья, ну, я думаю, что наверняка возникли какие-то вопросы. Тема очень интересная, и каждого из нас может она касаться. Пожалуйста, у кого есть вопросы? У нас есть минут 20, наверное.
Все выключили сразу мониторы. Исчезли. С экрана. Испугались, что ли? Мы сейчас это с помощью ключа введем вас в нормальное состояние. Да, если кто хочет, сейчас прямо попробовать. Мы сейчас можем... Да, может, кто-то хочет попробовать. Может быть, действительно, Хасан Магомедович, сейчас вот предложить людям попробовать выполнить какие-то элементы? Чтобы... Я еще не досказал самое главное. Да, дело да. в том, что когда я нашел, почему человек не может в гипноз попасть, угу. а именно из-за зажатости, и потом нашел приемы снятия зажимов, оказалось, что потом человек может снимать зажатость и через это сам себя регулировать уже без всякого гипноза. Вот так. Ну, конечно. Это поэтому называется метод саморегуляции ключ. Саморегуляции. Ну, может быть, он то себя вводит уже в гипноз и сам не замечая того с помощью этого ключа. Конечно, но это выглядит по-другому. Как да. военный атом и как мирный атом. То есть мирный атом, атомная энергостанция. Никогда не подумаешь о ядерных взрывах. То есть та же самая энергия в другой форме. Да. А потому как свобода и есть власть, то только это две стороны одной медали. Это, как говорится, именно трансовое состояние, направленное на решение вопроса, угу. это наш ресурс. А когда трансовое состояние неуправляемое, это стресс. Угу. Стресс есть, транс. Спасибо. Владимир, по-моему, да, включил микрофон? Да. Я хочу спросить Хасая Магомедовича. Я вот пробую ваш метод ключ уже относительно давно. Мы с вами общались по скайпу, вы помните меня. Спасибо. А давно это когда? Вот я не помню. А, да-да, привет. Вспомни. Ну, сейчас вспомню, конечно, но... Да. И вот я, когда делаю вот это упражнение, метод ключ, разгрузку там, 20 минут, иногда бывает 30 минут, но я все равно не могу войти в нулевое состояние. Сейчас я объясню. У вас же мерцательная аритмия, да? Да. Вы из Украины, правильно? Правильно. Из Украины. Ага. Ну да. Я вам сейчас дам совет. Если вы будете думать, когда же вы войдете в ноль, вы никогда туда не войдете. Думать надо, о чем думается. Оно само происходит. То есть потом ты вдруг замечаешь, тебе ни о чем не думается. То есть мысли надо пустить на самотек. Не надо ставить ноль, цель. Не ждать, это когда ноль наступит, да? Да, конечно. Я вам даю совет. Если человек все время делает упражнения, думает, когда же ноль наступит, это как не думая о белом бычке. Но он не наступит никогда. Потому что он все время, как солдат на фронте, готовый. Когда же это будет? Он все время в напряжении. Он не дает себя расслабиться. То есть баранов надо считать не для того, чтобы заснуть, а чтобы считать баранов. И тогда ты заснешь. Да. Дело в том, что ноль – это состояние мозга, как в коробке передач автомобиля, так говоря образно, да? Нейтральное положение. Оно не является целью. Оно является моментом переключения. И поэтому, когда вы, думая, о чем думается, делая, как делается, в какой-то момент начинаете замечать, что вы о том, о чем думали, то, что вас волновало, теперь меньше волнует, вы уже переходите в это состояние. Уже автоматически получилось. Конечно. А потом у вас появляются хорошие мысли, значит, через ноль вы уже переключитесь, понимаете? А если вы все время ноль ждете, не надо его ждать просто. Ясно, спасибо. Еще вопросы? Друзья, вопросы у кого есть? У нас присутствует сегодня 23 человека здесь, я не знаю, все ли вам видны? Вот, пожалуйста, вопросы, друзья. Пользуйтесь моментом. Ну, может быть, вы тогда скажете что-нибудь о том, где могут они встретиться с вами в интернете, там, о своих сайтах, программах. Вот сейчас что за программа будет через несколько минут, которая в 20 часов? Нет, это оси. Другая. Это оси, это вот, которые занимаются вот эти вот люди, которые конкурсы всякие там. Ага. Оси это ассоциация. Хочу спросить, извините. Да. А скажите, вот вы говорили, что надо перейти в другое состояние, и там желание исполняется. А в какой момент надо желание загадывать? До того, когда начинаешь ключ?
Сейчас, секундочку. Посмотрите еще раз. Нам надо ресурсы использовать как инструменты, а не как цели. Не надо их, из них самоцель делать. Вот у вас есть какое-то желание? Например, вы хотите научиться петь. Или, допустим, ну, как какое-то. Вы начинаете петь, и у вас что-то не получается. Тогда вы перед тем, как начинаете петь, делаете хлёст. И потом опять пробуйте петь. И вы начинаете замечать, что вам легче удается петь. Ну, вот это инструменты многоцелевого назначения. То есть вы берете из этой системы кусочки. Или когда надо найти какое-то решение какой-то задачи трудной, и не приходит это решение, а как после... Да. То есть вам надо решать какую-то задачу, потому что если вы... Вместо решения какой-то задачи, которая на самом деле вас волнует, делаете задачу, когда у меня ноль будет, вы просто меняете инструменты, превращаете в самоцель. Это просто инструменты, как лопата для огорода, понимаете? Это не огород, это лопата. Вот у вас, скажите, какие-то цели же есть? Конечно. Ну, вы попробуйте их решать. Вот начинаете, допустим, вот у меня диск сгорел в компьютере. Полтора года работы над книгой. Я понял, что вас слышал. Да, что я сделал, чтобы от стресса не умереть? Во мне сдавать надо. В сентябре книга выйти должна от страха к свободе. И вот что мне надо делать? И у меня, конечно, взрывное состояние. Я живой человек. У меня есть эмоции, чувства и так далее. Я думаю, подведу издательство, там то, все. Как быть? Люди ждут книги. У меня же стресс. Но я делал так. Разгрузку делаешь, разгрузку, и вспоминаешь, чем больше стресса, тем больше сил. Чем больше стресса, тем больше сил. И вспоминаешь, из моей теории, чем больше стресса, тем больше сил. Я найду решение, решение будет, а вообще я лучше напишу. И у меня появляется уверенность, что я напишу сейчас книгу за это время еще лучше, чем была. То есть это метод для того, чтобы решить проблемы. А не сама цель. Если я буду делать вот это и ждать нуля, у меня никогда не придет. Я должен задачу решать с помощью этого метода. И я сейчас счастлив, что у меня диск сгорел. Да, потому что я адаптировал себя с помощью вот этого подхода. То есть эти все приемы, это приемы управляемой адаптации к ситуации, которая возникает. А человеческая натура творческая, человеческая натура изобретательная, она сама вылезает. Как только вы прикладываете к решению задачи эти инструменты, ваше творческое начало само вылезает и помогает вам решить вопрос. Еще раз объясню. Хотите еще раз? Спасибо. Я думаю, все понятно, что о самом действии можно забывать. Надо думать о цели и так далее. Вот здесь вопросы поступают по чату, это самое. Вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, вот есть ли пересечение ключа вот, с такими методами, как цигун и процессуальная работа по Миндел? Ну, с цигуном есть? Цигун я знаю хорошо, а вот второй я не Миндел. Очень. Я не знаю, что это. Насчет цигуна я скажу, а насчет Миндела сейчас... Значит, не пересекается. Нет, насчет Миндела я не знаю, что это такое. А насчет цигуна я скажу. Все упражнения цигуна, когда человек делает цигун, он выходит на это состояние. На это состояние, когда эти движения идут на автомате уже. Он вот как раз таки выходит на это состояние. Но в цигуне, когда обучают цигуну, там же внимание приковывает к качеству выполняемого упражнения. Тренер говорит, ты не так руку держишь, надо так держать. У нас проще все, на то же самое состояние мы выходим, когда мы говорим, держи руки, как тебе удобно. Нам само состояние вот это нужно. Поэтому мы цигуну обучаем быстрее. То есть, если мы хотим цигуниста научить, мы сначала его научим хлесту, думая, о чем думается, потом шалтай-болтай, потом лыжника, потом плавательные движения. Если по полминутки делать эти повторяемые движения, всегда найдете тех, в ритм которых быстрее входит. Это ваше. И тогда вы берете, например, идете на цигун, заниматься цигуном. Тренер вас учит каким-то упражнением.
А вы берете перед этим, делаете свои, вот эту микро свой собственный комплекс, который подобрали. И вы цигунистом станете гораздо быстрее, чем все остальные. То есть эту методику, которую вы себе соберете из метода ключ, можно применить как разминку перед освоением любого вида спорта, любого вида деятельности. Хоть пение, хоть цигуна, хоть штангу поднимать. Может, я где-то непонятно рассказываю? Да нет, все предельно понятно. Тем более, что, уважаемые друзья, можете набрать просто Хасай Алиев и попадете на сайт и так далее. Или вы можете вот назвать синхрогимнастика и попадете на многочисленное описание. Я не знаю, вы ли, или просто уже люди без спроса, но в интернете очень много есть фотографий и видео на эту тему с комментариями, с отзывами и так далее, и так далее. Друзья, есть еще возможность задать пару вопросов? Пожалуйста. Можно? У меня вопрос. Да. Добрый день. Такой не совсем позитивный. А были ли у вас, может быть, ситуации, когда эффект либо не получался, да, то есть человек, ну, никак не удавалось ему достичь того состояния, на которое вы его, собственно говоря, к которому вы его хотели подвести, либо, ну, я не знаю, какой-то отрицательный эффект, результат? Спасибо. Или всегда вот 100% положительно? Нет, конечно, было у меня миллион разных случаев, и положительных, и отрицательных. Самое главное, какие выводы мы из этого делаем. Вот, а какие, ну, не знаю, может, там распространенные ошибки, на что имеет смысл обратить внимание? Ну, вот. Это, поймите как, вот ситуация следующая. Вы, когда этот вопрос задаете, вы задаете как пациент больной, или вы задаете как педагог, который хочет другого учить, или вы задаете из любопытства? Я должен понимать объем ответа. То есть, как первым и вторым. Ну, я вам сейчас скажу. Когда я обучаю педагогов, психологов, медицинских работников, психотерапевтов, чтобы они учили своих подопечных, я им в первую очередь даю технику безопасности. Потому что если они столкнутся с людьми с бредообразованием, с галлюцинаторной... Ну, порог галлюциногенных ситуаций, чтобы с такими людьми не связывались. То есть там есть определенная техника безопасности. И там всегда может быть неудача, и там всегда может быть побочный эффект, потому что им вообще нельзя ни аутотренинга, ни альфа-состояния, ничего нельзя давать. Это группа риска. Потому что они начнут аутотренинг применять, или там ребёфинг, или еще что-то такое, или расстановки. Потом придут к вам и скажут: ой, теперь мне так стало хорошо, вот как у меня были случаи, меня научили в жизни, тетенька у меня. Вы знаете, мне так вчера было хорошо, наконец. Я, говорит, у вас на занятии летала, и я домой пришла и тоже летала, и окно распахнулось, и белая лошадь ко мне влетела в комнату, мы вместе с ней летали до утра. Она, оказывается, в психдиспансере на учете стоит. Понимаете, вот же сколько проблем. Поэтому это все требует серьезного отношения. А что касается, вот, вы спрашиваете, бывают ли случаи, когда что не получается? Именно что вы имеете в виду? Ну, когда человек, например, его внутреннее сопротивление, ну, вот совсем не удается, да? То есть он не может... Сопротивление чему? Тем действием, которым вы с ним пытаетесь, да, там вот просто делая какое-то движение, а он, ну, нет, и все. Так не делает, пускай, зачем? Нет, ну, вот вы работаете с человеком, да, там, после ЧС. То есть человек находится в состоянии стресса, острого стресса, да? Да. Он, в принципе, ну, то есть вот состояние, например, оглушенности, там же это не, ну, как это будет работать? То есть... Сейчас. Я вас хочу попросить. У меня есть любимые афоризмы, которые я сочиняю, работая с многомиллионной своей аудиторией. И один из них называется: ну, мы не живем в головах друг у друга. Поэтому надо понимать, когда вы задаете вопрос, я ничего из этого вопроса не вижу, понимаете? Потому что то, что вы сказали, можно и так понимать, и так понимать, и так понимать. После, я никогда не встречал людей после ЧС,
чтобы человек был, который вообще ничего не хочет делать. Но это больной уже находится в состоянии такого оглушения, его надо в этот момент давление проверить, его надо пульс посмотреть, может быть, ему шейно-воротниковый массажик легкий сделать. Чисто телесно немножко его успокоить сначала. Когда он начнет что-то может делать, понаблюдать, какие действия он сейчас совершает. И либо он оцепеневший сидит, вы его тогда попросите немножко больше напрячься, потом отпуститься. Потом еще раз напрячься, потом отпуститься, потом еще раз напрячься. Есть определенный алгоритм. Напряжение-расслабление, напряжение-расслабление, напряжение-расслабление. Потом предложите походить по комнате. Допустим, он не может. Предложите ему похлопать рукой по столу. Допустим, он не может. Тогда предложите ему повернуть голову направо и налево. И когда он поворачивает направо, смотреть на противоположную стенку, не поднимая плеча. И вы увидите, что у него может быть здесь блок. Сюда он поворачивает легко, а сюда нет. Ну, то это же такая работа подготовки специалистов. Вы мне задаете такой вопрос. А если у него такой сестра? Хасан Магомедович, спасибо. Анна немножко опоздала. Главный принцип вот в этой методике состоит в отборе после перебора. То есть, ну, грубо, я не знаю сейчас, Хасан Магомедович. Я понял, я тогда могу ей по-другому. Да. Вот у меня аналогия возникла с Куклачевым. Куклачев ведь почти не тренирует кошек. Он так говорит. Но они у него совершенно... Он их подбирает с какими-то уже этими самыми навыками, и они потом, он их развивает. То же самое Хасай Магомедович говорит. Не надо заставлять человека, он не будет сопротивляться. А надо найти то, чему он не сопротивляется. Конечно, что он сам делает, естественно. Конечно. Что он сам делает... Давайте я девушке еще раз объясню. Да. Я же не знал, что она не слышала. Да. Она припоздала. Я же не знал об этом. Mm. Я извиняюсь. Я думал, вы все это слушали, и мне задали вопрос, а почему колесо круглое? Давайте я сейчас объясню. Мы наблюдаем за человеком, что он может делать. Вот, например, ко мне мамаша приводит ребенка, который вот не может усидеть на месте, он все время вот так делает, а ему надо в понедельник сдавать экзамен. И она говорит, научите его сосредотачиваться. Он не может уроки делать, у него экзамен в понедельник, а он сидит вот так делает. Я тогда беру вот его инстинктивное действие. Я ему предлагаю делать осознанно. Я говорю, делай, сколько можешь, делай. Мама смотрит на меня такими круглыми глазами. Что вы, говорит, делаете? Я как раз хочу, чтобы его научили, чтобы он спокойно сидел, а вы ему говорите, делайте. Я говорю, так если он так делает, значит, у него нервное напряжение высокое. А формула ключа. Повторяемые движения снимают напряжение. Поэтому человек инстинктивно, когда о чем-то думает, нервничает, ходит туда-сюда по комнате, ногой качает, пальцами стучит, жвачку жует. Отсюда пошли мантры, молитвы отсюда пошли. Четкий. И вот он сидит вот так делает. Он стресс снимает. Надо ему помочь. Она его блокирует, у него напряжение еще больше растет. А я ему сказал, давай, делай вот так, делай. Делай, как тебе нравится, делай. И думай, о чем думается. И вот он сидит, делает. И потом он мне говорит, а сколько еще делать? Это прошло минут 7. А я говорю, что, уже больше не хочется? Да, уже больше не хочется. Даю тебе домашнее задание. Тебе до понедельника осталось столько-то времени. Каждый день, 2-3 раза в день, садись и вот так делай. Я ему дал упражнение, которое вычислил из него же самого. И он так делал 2-3 раза в день, как упражнение. Да, пошел, сдал нормально в понедельник экзамен. То есть вот дело в том, что ключ основан на том, что мозг человека... На самом деле так работает, что человек инстинктивно снимает стресс какими-то действиями. Например, на морозе дрожит. Я даю это упражнение сознательно. Человек сидит, стоит, вот так вот трясется. Вот одно из упражнений ключа. Я так на Олимпийских играх готовил чемпионов. Стой, трясись, если мандраж. Трясись, он говорит, что я дурак, что ли, трясись? Я лучше пойду... вибромассаж получу. А это и есть, вот эта тряска, вибромассаж, только без снаряда. И он трясется. Потом я говорю, что я вот так делаю? Он так делает, качается вот так вот. А потом говорит, слушай, а что это так все не делают? Я говорю, а что случилось?
Да мне пофигу стало, говорит. Я говорю, так, потому что люди просто не знают. Они это делают инстинктивно, но не обращают внимания на это и выводов никаких не делают. Просто мы должны обращать внимание, что человек делает инстинктивно, превращать это в сознательное упражнение. Несколько дней он делает это в виде упражнения, и у него вырабатывается навык снимать стресс уже без упражнений. Спасибо. Хасай Магомедович, вот опять в чате вопрос задается. Метод Александера вот, при использовании ключа возможен? Метод лечения Фредерика Александера, ну, который как раз занимался управлением телом, то же самое. Насколько они сочетаются? А я не помню. Вот я за свою жизнь столько авторов. Ну, я предлагаю тогда Борису лично обратиться потом с письмом. Очень много авторов в интернете, поэтому я же не всех их могу знать. Хорошо, спасибо. Есть у кого-то живые еще вопросы? Почему? Потому что, значит, Хасай Магомедович сейчас в 20 часов следующий вебинар уже, и нам надо потихоньку завершать. Крайний вопрос на, так сказать, вот интерес. Нету. Тогда спасибо. Всем участникам. Вам огромное спасибо. Огромное спасибо за встречу. Я был очень рад. И всем спасибо. Да. И Украине спасибо, и всем спасибо. Да. Сегодня присутствовали у нас представители с Москвы, Московской области, Украины, значит, Омска. Кого не назвал еще? Да, вот здесь. Спасибо большое. Я думаю, я выражу общую такую мысль, что на самом деле мы, ну, находились сегодня в том самом нулевом состоянии, о котором рассказывал Хасай Магомедович. Как-то он нас... Возможно, он часто вот так вот двигал руками там и так далее, но состояние комфорта, вот такого удовольствия, я не знаю, удовлетворения, ну, которое мы сегодня... Кому захочется дома потом попробовать, да, чтобы руки разошлись или палец пошел, или моторно, не спеша, и после этого будет после действия такое бездумие, благотворное состояние. Ну, или посмотрите у меня там на сайте, вот Александр Григорьевич говорил, «Стрессу» и «ХСРУ», или на YouTube-канале, там много-много роликов. Вот, огромное спасибо. Вам спасибо. Еще раз повторяю, что сегодня мы получили и очень интересное представление о том, что вот существует такой метод, предела его эффективности, области применения. Мы встретились с великолепным человеком, мастером общения вот такого, ну, с культурой высокое общение, с своеобразным взглядом на мир. Мне почему-то кажется человеком абсолютно добрым, который несет добро в этот мир, и все его методы на это, собственно, направлены. Сердечно вас обнимаю, Хасай Магомедович. Огромное спасибо за то, что вы столь напряженное время выкроили для нас такую возможность. Всем желаю счастья, благополучия и как чаще по возможности, вот с Астрахани вот благодарят, кто-то здесь есть с Астраханской земли тоже. Вот. Мы желаем, чтобы вы, каждый из нас владел этими методами подобными и как можно чаще находился в этом прекрасном состоянии нирваны или нулевом состоянии. Всего вам доброго.